Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Вилла-Вилла», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить велосипедную фару от немецкой торговой марки Sigma. Модель называется Booster 300. Это велосипедная фара, которая имеет мощность 300 люменов с хорошим корпусом, качественным, который защищен от влаги. Крепление фары очень надежное, поэтому велосипедная фара пользуется большим спросом у любителей. Естественно, этому всего способствует немецкое качество. Sigma – это настоящий немецкий бренд, который делается в Германии, и качество, естественно, соответствует немецкому. Заряжается велосипедная фара Booster 300 от USB зарядного кабеля, что информируется на самой коробке. Час работы от 1,5 часа до 13, в зависимости от того, в каком режиме работает лампочка. Лампочка работает в режиме света, высокой яркости, средней яркости и мигает. Если мигает, то 13 часов. Если яркий максимальный свет, то 1,5 часа. На самой коробке также информация указывает, что стоит высокого качества опция, то есть имеется в виду линза. Есть кнопка, которая символизирует как включение и выключение самой лампочки, и также она определяет степень зарядки батареи. Информация на коробке также указывает о том, что стоит хороший крепкий крепеж. Есть информация на коробке о том, что заряжается от USB шнура, то есть все стандартные телефоны имеют одинаковый разъем, и этот фонарь можно таким же разъемом от телефона заряжать. Ну а тут более детально, наглядно показывается, как это все делается, картинки достаточно информационные, все ясно. Ну а естественно, для того, чтобы понять, насколько хорошая фара, ее надо прийти, потрогать, пощупать, потому что качество продукции всегда определяет на самом деле непосредственный контакт с ним. Поэтому фара Booster 300 имеет логотип, во-первых, самой компании Sigma, потом о том, что символизирует 300, это именно фара, на ней написано 300. Тут есть защитный на тыльной части резиновый корпус, который легко закрывает для того, чтобы не попадала сюда влага и грязь. Есть, получается, разъем, куда вставляется зарядное устройство, и, естественно, резиновая накладка, которая закрывает от влаги, от грязи сам корпус. Передняя часть имеет линзу и LED-лампочку. Она одна. Выдает мощность, повторюсь, как указывается в информации, мощность самой лампочки 300 люменов. Это хорошая лампочка для того, чтобы в вечернее время кататься на велосипеде. Крепится она при помощи хорошего прочного пластика. Если вас заинтересовала эта фара, вы всегда можете прийти в магазин, потрогать, пощупать. Постоянным клиентам скидка. Понравился видеообзор? Оставляйте отзывы на YouTube-канале «Вилла-Вилла». До скорой встречи!